как сделать невозможное и успеть накраситься за 5 минут так, как я обычно крашусь за полчаса. Амняса ярабон! Давайте сейчас будем делать невозможное, а точнее я сейчас в режиме реального времени попробую накраситься за отведенные мне маленькие такие 5 минут. Хотя обычно на свой макияж я трачу где-то полчаса. И поэтому для меня это просто нечто невозможное. И да, я без понятия, как можно накраситься за 5 минут. И поэтому чувствую я, что меня ожидает веселье. Царапалась еще вдобавок. Это сейчас, мне кажется, выглядит действительно очень странно. Но я впервые делаю что-то в такой спешке. И сейчас я сказала в спешке и почему-то вспомнила про такую передачу, как «Аферисты в сетях». Режим спешки! Режим спешки и режим слежки. И да, я тоже иногда смотрю украинское телевидение. Бывает у меня такое. Сколько времени прошло? Минута уже почти. Хорошо, что у меня хотя бы линзы надеты. То было бы очень и очень неприятно, потому что линзы одеваются гораздо дольше. О да. Как это вообще можно сделать за 5 минут? Да. И парням надо научиться понимать тот момент, когда они ограничивают девушку во времени, чтобы она быстро сделала макияж. Потому что это нереально. У кого-то сегодня будут блуждающие по лицу брови. Это действительно очень странно. Примерно так же странно, как тот момент, что я никак не уберу со своего звонка Blood, Sweat and Tears. И поэтому у меня уже нервный тик начинается от этой мелодии. Надо будет поменять. Хотя больше нервный тик у меня был от того, когда у меня на будильнике стояла песня Big Bang Fantastic Baby. По-моему, она называется так. И тогда я действительно подскакивала, как какая-то очень-очень нервная. Потому что звонок начинался очень и очень резко. Все, что мне оставалось, это просто подскочить. Но зато, если кто-то со мной в этот момент находился в комнате, то он тоже не очень сильно подскакивал. Неожиданности. Пойдет, я надеюсь. Я ничего не успеваю. Как вообще возможно что-то успеть, когда у тебя остается всего лишь одна минута? Давайте. Пусть у меня сегодня будут золотые глаза. В последнее время вообще что-то я подсела на этот золотой цвет. И помимо глаз у меня сейчас еще все вокруг будет золотистое. Ну да. И немножечко серебристое. Чтобы все это выделить.
Ну как вообще возможно накраситься за 5 минут? I don't know. Режим спешки, режим слежки. Я схожу с ума. То чувство, когда реально пытаешься накраситься за 5 минут, и ты знаешь, что ты не можешь этого сделать, но у тебя тупо есть всего 5 минут. Вообще реально? Это нереально, потому что уже прошло время. Файн. Еще несколько секундочек, пожалуйста. Немножечко, чтобы хотя бы я ресницы успела накрасить. Да. Никогда не говорите, что вы будете готовы через 5 минут. Вы не будете готовы через 5 минут. Это нереально. Да. Итого, я выяснила один маленький момент. Невозможно накраситься за 5 минут. Ни при каких условиях. Невозможно полностью накраситься за 5 минут. Вообще. Я работала... Попсу не дам!